Доброго дня моим друзьям. Вот сегодня 18 мая, четверг. Потиху продолжаю свой птичник. Да не потиху. Приехал и тружусь. Короче, краю прям по ходу из ДСП старого тоже бензопилой по месту выкроил. Тут уголки вырезал. Это будут для них гнезда, для птицы, для курицы. Здесь насесты. Насесты, может быть, в углу еще. Специально не зашиваю, чтобы свет был. Здесь будут, планируются утки. Перегородка, сетка будет. И одновременно делаю притворные, не коробку, а притворными планками будут вот эти опоры. Это вот станет, не знаю, еще влево-вправо, тут можно и туда дверцу. Дверца, щели зашьются. Можно и сюда поставить, на доску будут петли, сюда доска будет приходить. Можно и сюда. Посмотрю, как доски обшивать. Начну вот отсюда. Посмотрю, как лягут, чтобы не пилить доску. Можно сюда сдвинуть, то есть запас есть и низ есть. Вот притворка. Здесь будет доска на эту толщину. Вот, были старые дверцы, не знаю откуда. Потиху идет работа, и здесь, когда завтра привезу дверь, вот сюда поставлю, тогда я буду знать, как сделать тут калиточку, чтобы зайти убрать у кур, потому что у них зашел, вот их дверца вниз, вот окошко, насесты, и здесь будет такая же дверца, уборка для гусей. А уточки будут здесь вот посередине. Вроде бы договорился о поставках птицы. И гуси через неделю будут. Уже двухнедельные. По цене не знаю пока. Потом расскажу. И куры по 8,50. Вроде бы я хочу взять годовалых уже, которые несутся. Посмотрим. Доставят. Увидим. Все покажу. Всем добра!